Не знаю. Я ничего. Вода мутная. Сейчас все, даю. Все, ты фотографируешь. Давай. Thank you.
Ну сейчас как бы течения нет, если было бы уже унесло. Вот. Хорошо? Пойдем снимать, где-то. Да. Ну где-то вот здесь, вот. Вот в этом месте. Прямо под газ прицепом. Ага. От агрегата вот сюда вот. Вот здесь микроплан. Вот здесь 3 метра. Да. Вот это все место. Тут много чего сброшено. Чуть ли не есть там. Сюда вот. Вот так. Понял. Сейчас отсюда. Вот смотрите, вот это место. Вот так. Да. Хорошо. Вот здесь агрегат. Вот сюда ко мне двигайте. Василий сказал подождать, сейчас он выдернет. Василий выдернет, да? Нам надо копаться до конца. А мы лазили в прошлый раз, так и не нашли. Ну, траву повыдирали, трава поднялась. Давай мы вот эту веревку сейчас. Дайте, смотрите, подходит она. Привязывай, иди сюда, сейчас будем разгружать, чтобы нагруженная такой не была. Сейчас, чтобы он был.
она под нами. Да, я видел. Сейчас мы ее попробуем чуть-чуть разгрузить, чтобы она не оторвалась. Она в воде легкая, в принципе. Ну да, она же получится обладает. Да, сейчас. Давай, берем. Подобавить ее. Давай, давай, поднимай. Поднимаю. Что легкая? Вот. Дай секунду. Стоп. Сильно не вытаскивай. Так, держи. Сейчас будем чуть-чуть поразмывать. Так, граждане, вот тут металлолома насобирали. Так, не торопись, чтобы вода потихонечку сама скользила. Подожди. Секунду. Так, смотрите, что ты. Давай,
собираете на рейд. Давай. Матвеенко видел тебя, не? А, сегодня они уехали, не видел, наверное, да?
маленький. Так хлопает и убегает. Тут они восточные, а тут же нет. Саш, что ты... Отснял, хлопает. Да. Нормально. Thank you.
зацепить. Давай. Смотри, вот это вот. Это выходная труба, смотри, косая. Это понятно. Вот, смотри. Видишь, это ветеран. Вот эти снижены, но вот маленькие. Что это такое, а? Опер. Да, сейчас нужно догадаться. Слав, они сработали. Работает. Это электрический этот самый. Спрос электрический. Вот это, блядь, да? Я понял.
воде его. Нет, это агрегат, который мы достали, конечно, класс. Это похоже. Нахуй. Ну да. Вот она стеклянная. Я так я тебе говорю, что это ама просто того. Вот такой, да? На тренере, да? Да. Вот там. Вот это все. Ну значит тренер, скорее всего. Вышли? Да, отчетливо, отчетливо все видно. И трос, смотри, тросик так хорошо сохранился, но. Надо. Я сейчас попробую, оно гнется, блядь, да. Не надо попробовать. Не надо. А была отвертка-то такая, что мы. Сейчас не знаю, а раньше были.
А вот она крепилась. Я в третьем году это уволился, в четвертом у меня младший заканчивает школу на Кубе, и я 3,5 тысячи заплатил сразу на Кубе, чтобы поступил в Симферопольский. Ну, проценты побудут. Не могу, понимаете, не могу. Сотка земли в Севастополе. Да. Умею Ветеру позвоню. Вот где вот эта вторая, прямо на самолете. Еще мина что брать. Там надо поставить. Если мы стояли и идет, могли. Убивать надо, поэтому надо двигаться. Да, все, давай. Ну что, погнали. Давай, вот сейчас они выйдут, они сейчас поедут. Может, они подъедут. Позвонят, то пускай там слышу, да, дастся. Давай, узнавай, пока здесь, Саша, ты здесь. Да, я тут. Как вот, допустим, а как выдыхать, если вода туда попадает? Я не знаю. Как вот будешь, если клапан, он сюда будет вниз. А, не запускай. Да. Вода попала, клапан закрылся, пиздюнул, она хоп, вышла.